Йоу, друзья, всем привет, с вами канал Дурацкий Крутой, продолжаем проходить, я уже практически заканчивать Персону 2 Eternal Punishment. И давайте с вами вспомним, что мы делали в предыдущем видео. В предыдущем видео мы дали отпор, так сказать, Тецузоу. Я очень рад, что мы наконец его прикончили, и игра стала еще на очень большой шаг ближе к своему логическому завершению. И сейчас мы с вами вместе со всей командой находимся в Монадо. Монадо — это такое, так сказать, метафорическое место, собственно, которого не существует в умах адекватных, или, сказать, в сознательном. Сознательном оно не существует, а в бессознательном оно, наоборот, существует. И сейчас мы будем, как показала из предыдущей части... А, еще забыл сказать, что мы побили Газена или голову Сумару. Босс оказался... Не сказать, что потным, но, честно, я получил огромное удовольствие, убивая его, потому что на протяжении, даже не то, что на протяжении, а с самого начала игры нам вот эту голову все показывали, что она такая могущественная, что вот этот Сузов там с ней что-то мотается. Но в конечном итоге мы нападали и ему, и этой проклятой голове, которая только родилась и сразу же сдохла. У меня, кстати, тут Burn, Zero Sugar, без сахара. И вкус какой, персик манго. Вот, но не суть, короче, сейчас будем ходить в этой монаде. Не могу, слов для меня какое-то слишком странное. Еще там была небольшая такая вступительная часть, где, собственно, появился Нейрлхотеп в обличии Тацуи, как он любит появляться в том, в Насенсине он появлялся в обличии отца Джуна, если меня память не изменяет. Но там многие обличия, лики разные принимал, так сказать, обличия. Здесь он превратился абсолютно во всех. То есть вначале в Тацию, потом в Лалу, в Кацию и даже в Баофу. Даже в Майя превратился, вот гад. Собственно, сейчас мы и будем ходить. Я не знаю, что меня ждет в этом месте. Сейчас, во-первых, поговорим с нашими ребятками. Надеюсь, что здесь будет бархатная комната, потому что если ее не будет, будет очень больно. И, собственно, мы будем здесь ходить. У меня есть, как сказать, эстомы. Ох, как красиво. А назад мы можем вернуться? И где мы выйдем? Только не говорите, что в город. Сейчас, погодите, мне смс... А, это мы, типа, наоборот, вышли в этот... Так сказать, в пространство, вот в это. Она такая, знаете, космическая, что-то мне смс какая-то пришла. Сейчас, погодите. А. Понятно. Сейчас, секундочку, друзья, погодите. Друзья, извиняюсь, отходил ненадолго. Так вот, сейчас. Давайте поговорим вначале с нашими ребятками. Черт, я побледнел, да? Успокойся. Ты по-прежнему Каору Сага. Нет, ничего. Чего бы ты не смог сделать? Успокойся.
Майя, ты тоже это почувствовала? Эту гигантскую энергию? Это не так просто описать. Эмоции смешались с кучей темных мыслей. Сможем ли мы это победить? Справимся, не ссы, мать. Тацуя, ты все это время сражался с этим чудовищем? Нет, это насмешка, высокомерие. Это, несомненно, тень человечества. Простите меня, Джун, Экичи, Лиза. Я спасу вас, я должен. Короче, там еще этот, Нейрохотеп этих троих захватил в плен. Нам надо будет ему нападать. Так, у нас там есть этот... Во-первых... Надо поменять персон. Я посмотрю, какие фьюжены стоят. Не помню. Да, так как бы поели знатно. Но, кстати, практически Чинг Соу не использовали. Ладно, пойдем. Посмотрим, что здесь за враги вообще ходят. Потому что как бы нам качаться-то в любом случае придется. Не знаю, сколько мы здесь проведем, так сказать, временем. Ну, тут, собственно, все коридорное, не особо не потеряешься. Думаю, пару частей я здесь поброжу перед боссом. Пора уж, конечно, персон, я думаю, сменить будет в этой локации. Я просто пока что не знаю, на кого менять, если честно. Что там за персона стоит? От сервера все правильно. Баофу нужно поставить на Прометея. А у Тацию... А, подождите. А, все верно, да. Ого. Мощные ребята. А когда я успел отключить, интересно, эти анимации? Ты что-то не припомню, чтобы я... их отключил. Странно. А! Я загрузил на не тот сейф. Хотя как не тот. Все правильно должно быть. Let's go. Здесь хороший должен быть. Все, поудобнее сяду. Как-то я неудобно сел. Ого, экспы как ништяк дают. С долларом нынче какая-то беда, ребята, происходит. Так. Так, ну вроде так сел. Конечно, не знаю, куда идти. Я знаю, что... Ай! Вообще не заметил. Это что, портал? Не, что это? Это кружок. А, просто кружки. Не заметил, что вот эта херня там какая-то меня стукнула. Так. Думаю, меня... Бля... Нормально будет слышно. Так, ну... Сейчас мы тупо качаемся. Что это? Блин, я думаю, там нам босс уже будет. Думаю, пока мне... Ай! Пока мне туда рано еще идти. Уровень слаб. Слаб, здоровьем я еще пока что. Мне нужно побольше покачаться. Полиция!
И? О, это было больно. Вообще мне по-хорошему Прометея прокачать. Но он очень слабый. Ту-т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 у. Оу! Где-то здесь по-любому должна быть ветвевая комната. Обязательно, что такое? А, просто сундучок. Какая-то все здесь космическая. Даже не верю. Даже не верю, что я уже дошел до самого конца. Как-то не верится. У меня еще и стома была заюзанная. Ой. Выглядит вообще не очень. Ну эти практически. Все подохнут. Да ладно. Это сейчас другого воскресит. Да ее... Трэш. Они хитрее, чем я думал. Сам ход мой. Опыт больше что тут. Хотя этот вот хрень вот это может воскресить. Да хватит их хилить. Надо ее убрать это вообще. Сдохнет. Да. Надо тут каких-нибудь персон было набрать помощнее. I'm sorry.
Да, XP вообще ништяк дает. То, что надо. Был бы еще варп на землю, вообще было бы замечательно отсюда. Здесь, походу, только на боссов. Я думал, здесь все-таки поразнообразнее какие-то противники будут, они какие-то все одна... О, это Валькирия вроде. Валькирия. Я не знаю, насколько она сильна, ни разу не сталкивался с ней. Ну, я думаю, если она в последней локации находится, она довольно-таки сильна. Так. Да нет, слабая. Я почему думал, что она посильнее будет. Ну, опыт главный дают, ништяк за них, и ладно. Ой, нахер мне Старанга. Давайте. Витуху, все, конечно. Старанга нам не пришей кобыле хвост. Блин, как попить-то даже не знаю. Так. Да, мы здесь уже были. Что-то немножко потерялся, если честно. А, все, правильно там. Там тупик. Да. Монадо. Я бы так кота своего назвал, Монадо. О, тут такие. Где он начал говорить? Вазуки, Вазуки, блядь, что-то знакомое, прям вот на слуху. Что-то из скандинавской, что ли, мифологии или что-то. Люди, забавно встретить вас в таком месте, как этот. Хорошо, как раз с тобой времени скоротаю. В любом случае, как насчет небольшой беседы? Ты просто будешь отвечать на мои вопросы. Если бы ты был животным, то каким? Как мне вот эти однотипные вопросы уже просто выбешивают. Я уже просто вот не завожу с демонами разговор, не потому что я там не хочу с ними говорить, а потому что это одно и то же. Как бы ничего интересного уже. Кошка. Хороший ответ. Полной уверенности, никто тебя не контролирует. Я бы хотел так жить. Даже не знаю. Может быть, у Лалы ему впарить. У Лалу с этим, с Баоф пускай они песенку споют. Ой, не тех выбрал, блин, дурачок. Кем ты себя мнишь? Ну, давайте по приколу ответим, что богом. Хотел выбрать нет сочетания, я хотел вот с Кацуей, чтобы они сыграли песенку. Интересный объект. Ты не надъедаешь мне, держи карту. Ну конечно, тут соскучишься со мной. Я вон какой. Савик-затейник. Подождите, мне там в жизни ничего. Нормально. Здесь был? Ой, здесь не был, смотри, чё. Давай сюда пойдем. О, Пун-Пун сзади стоит. Кау, ка, как правильно читается, ка или ку просто, или кау, а этот трон, что-то хз.
Да, вот как значит. Понятно. Блять, не хотел. Ну ладно. Ясно. Хуй, 16 тысяч, неплохой кач здесь идет, я бы сказал. Быстро мы тут прокачаемся до нужной кондиции. Я думаю, надо где-то уровень 65-й, может быть, перед боссом. Ближе к 70-му здесь брать. Как лучше вам кажется? Так, я здесь был. Не смотрите, вообще локация какая-то новая. А здесь еще там ловушки какие-то две. Но зато мы прошли на локацию. Чувствую, здесь территория вообще огромная. Здесь еще. Будем шнырять здесь. Врата какие-то. Куча врат. А ты еще кто? Саджи. Ну это колдун, а все колдуны, ну по большой части, они к этому... Физатаки на них лучше работают. Даже за одного колдуна 4270 дают вообще. Просто чума. Я бы так сказал. Так, ну, там пока я туда не пойду. Пошляюсь еще здесь по округе. Что тут есть у нас еще? Так, это отсюда вроде я прибежал, да? Ну, так, верно. Надо, короче, всю карту открыть. Там я, наверное, локацию открою, если пойду поверху. Может получится найти бархатную комнату, пока бегаю. Так, опять Валькирия. Ну это же Валькирия, да? Правильно? Да, Валькирия. Может сработает. Так чисто по угару, если выживут. Ого. Ну они обычно окочурятся сейчас после первого уже моего фьюжна. Не знаю, может, конечно, я боссов и своим нынешним уровнем побью, но что-то я думаю, что надо подкачаться немного. Маловат. Слаб еще пока что. Уровнем. О, что это, варп какой-то же? Бля. Чё, серьезно, я на босса вышел? Черт, я так не хотел. Ибо. Да, я вышел на босса. Черт, а как я не хотел. И сейчас не сохранишься. Ну ладно.
Если что, проиграем, заново придем сюда. Суо, ты уверен? Ты точно хочешь отказаться от своей мечты быть шеф-поваром-кондитером? Может, просто воспоминания перед боссом там может сохраниться. Молодой Кацуя, смотрите, как он на Тацию похож, пипец. Они прям как близнецы, наши мурашки. Кондитер. А он учился в этой школе, что ли? Я что-то как-то тупанул. Как-то не думал, что Кацуя был учителем Кашихары. Фу, учеником Кашихары. Точно. Так ты уверен? Я уже решил, после школы права я стану офицером полиции. С такими оценками, как у тебя, ты бы мог поступить куда угодно. Это из-за твоего отца, не так ли? Вы не имеете к этому никакого отношения. Прошу меня извинить. Черт, да, это точно босс. Сожаление. Это крайность, не так ли? Чепуха, я ни о чем не сожалею. Ложь порождает зло. Ты действительно презираешь своих отца и брата, ведь так? Если бы не они, ты мог бы поступить по-своему. Вероятно, ты уже устал играть роль хорошего старшего брата. Твоя любовь к своей семье — это всего лишь формальность. Это неправда. Что случилось? О, не теряй бдительности. Не строй из себя саму невинность. Ты влюблен в эту женщину. Хватит врать самому себе прямо сейчас на глазах твоего брата. Давай исполни свои желания. Зачем защищать такого брата? Погоди, попридержи коней, Суо, возьми себя в руки. Майя, останови его! Да не выстрелит он, давайте выберем «Я верю в тебя». Тацуя, я расскажу тебе, то, что сказала это существо, на самом деле это... Это отчасти правда и отчасти нет. Ага, хрен бы он ему. Выстрел в брата своего родного. Ты совершил одну ошибку. Ты пытался встать между нами, братьями. Пытался украсть мое лицо. Ты просто бельмо на глазу. Пшел прочь. Очень жаль. Брат, я... Только не делай такое лицо. Ты мой младший брат. Я доставил вам всем неприятности, теперь все в порядке. Лол. То есть, а как мы сюда зашли? А можно выйти отсюда? Да, можно, ништяк. Я почему-то думал, что мы сейчас драться будем, я такой... Оказывается, нет. Ну-ка. Так, получается, это, наверное, типа пароход... Типа на уровень дальше, да? Но я туда пока не пойду. Выйдем. Хорошо, что там ничего не было. Наверное, вот заходя в такие арки, мы, наверное, будем встречаться вот с такими больными воспоминаниями. Так. Ага. Сюда что? Можно сюда. About
Тю-рю-рю-рю-рю-рю-рю-рю. Это что? Двери какие-то. А! Это просто двери. Я-то думал, блин, там... Типа вот... Такая же тема какая-нибудь будет, как мы вот сейчас там были. Ай! Понятно. Кач никто не отменял. Бу-бу. Практически. Ну, один заснул. Persona. Ой, насмешили. Follow me. You are not good enough. Так. Как это? Все, типа, только с одной стороны. Но вы хитрецы, я скажу вам. Так.
It's over. Тихуя. Прикол. А, он собой пожертвовал, ну ладно. Так, ну, это ему не поможет. Let's go. Сколько ниточки не виться. Sorry about that. Мутация. Sacrifice card. Ништяка. Картовое жертвоприношение жертвенника. О, 62 баллов, молодца. Растем потихоньку. Друзья, посмотрел на время, мы уже играем с вами 36 минут практически. Думаю, надо заканчивать на этом. В следующей части продолжаем, продолжим, точнее, путешествовать по Монадо, качаться и, не знаю, может быть, еще в какие-то двери зайдем. Главное не наткнуться на боссов, потому что мы еще маленькие. Ну, а если вам понравилось, вы знаете, что делать. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на мой канал. С вами, как обычно, был Дурацкий Крутой. Всем удачи и до новых встреч!